Ближайший месяц эти ребята проведут весело и с пользой. Кто-то, может, найдет новых друзей, но абсолютно точно, что все они получат новые знания. Тема этой лагерной смены – «Безопасное лето». Организаторы оздоровительного лагеря «Страна чудес», созданного на базе детского сада «Гномик», в этом году подготовили для малышей программу, из которой им предстоит узнать много нужной информации. Чтобы дети научились, как вести себя на дороге, правилам дорожного движения, как вести себя в общественном транспорте, у водоемов. Они узнали о программе «Безопасные окна». Мы хотим, чтобы они повысили свои знания по истории России, чтобы они проявили интерес к службе в армии. Мы хотим, чтобы они повысили свои лидерские качества, чтобы они научились общаться со сверстниками. Предположительно, участники лагеря погрузятся в увлекательную игру, где каждому ребенку найдется своя роль. Сюжет расписан на весь месяц. У нас планируется, конечно же, очень много игр, веселья, немножко образовательного момента, чтобы это было все в игровой форме. И думаю, самое главное – подружиться, научиться безопасности и чтобы весело дети провели время, оздоровились в оздоровительном лагере «Страна чудес». А дружить ребята начали с первого дня. Открытие лагерной смены состоялось во дворе детского сада, куда в гости к малышам пришел гномик – символ дошкольного образовательного учреждения. Когда встречаем мы рассвет, то солнцу говорим «Привет!». Мне понравились загадки и танцевать. Почему тебе понравились танцы так сильно? Потому что я люблю танцевать. Ну, будешь весь этот месяц в лагере, наверное, много-много танцевать, да? Да. Летний оздоровительный лагерь «Страна чудес» в детском саду «Гномик» стартует уже во второй раз. Многие детки посещали его и в прошлом году. Ребята остались под большим впечатлением. В прошлый раз было весело, мы играли, веселились. Думаю, в этот раз все будет намного лучше. Смена продлится 21 день. 5 дней в неделю ребят будут встречать воспитатели и проводить с ними насыщенные часы. В программу летнего лагеря также входят занятия творчеством и спортом. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.